Здравствуйте, друзья! У нас тут смена вообще караула. Вовочка уехал в город, я вот только приехала заступать на свою смену. Сейчас посмотрим, как меня девочки встречают, а то все такие: «О, они он только Вовочку любят, только Вовочку любят». Сейчас проверим, любят ли они меня. Какой закат красивый. Предпоследний летний вечер. Все. Уже осень атакует. Ну, кстати, еще не все желтое. Вон, девочки не гуляют. Девочки дома сидят. Вовочка их оставил. О, вон. Он кто-то тут уже открывает двери сам. Кто это? Это мои девочки! Это все мои девочки! Вот так вот рады! Вот так вот все рады! Говорит, пузо мне чеши, братуте! Дратуте! Здравствуйте, Винзита! Здравствуйте, Кусита! Все, да, как мы тебя тоже любим! Да? А то я ревную вас. Ой. Сейчас, телефон надо перевернуть этот. Ну, девочки. Что ты делаешь? Кажа, ты зачем фонарь включил? Ладно. Вове защита на больше. Вовочке больше рады, чем мне. Эти светящиеся шары. Здравствуйте. Какая отличная съемка. Боже мой, я просто супероператор. Так, сейчас опять будет переключение, а то что-то с этим фонарем снимать вообще. Вот вам и айфон новый. Я всем говорю, девочки, мне рады, а девочки вообще говорят, чеши давай. Что за... Вы меня только эксплуатируете, вы меня только вообще работать заставляете. А где обнимашки? Как с Вовочкой. Вы посмотрите, лежит, говорит, давай чеши. Это ты нас рада видеть. А не мы тебя. Ух ты, думаю, моя булка, усатая булочка. Ты не влазишь в кадр. Вот вам эффект присутствия. Оп. Что? Кто там? Все, хорошие девочки. Я от них уеду скоро, на неделю, от всех вас. В это воскресенье будете с Вовочкой дружить. Надо в виде их эти карты сделать. Вот вам уже готовый балет. Колбасы. Колбасочки. Жопочки. Головушки. Мои хорошие, девочки, мои любимые. Моя любимая. Да Буся! Ну что ты такая? Вот так. Ну, Буся, ну нет, поцелуйчики! Поцелуйчики не это! Такая вот кошачья любовь. И собачья. Вот, смотрите, какая. Все. Вовочка победил. Так и быть. В этой битве любви. В битве страсти. Не, ну это тоже достаточно страстно. На, я тебе ногу отдаю. Ногу отдаю тебе на расхват.
Это вообще смертельный номер. Только не кусай меня за уши. Только не за уши. Ну дай полежать на тебе. Не уходи. Что за леопард такой? Слушай, сейчас все скажут, что я это, издеваюсь над леопардом, заставляю его с собой обниматься. Леопард Ищенко ушел. Сейчас будем плюхаться на ротвейлера. День смертельных номеров. О, на ротвейлер еще можно. Ротвейлер еще. Можно на тебе полежать? Она, кстати, не любит обниматься. Буся любит обниматься, а она нет. Все, вот. Такой от меня контент. Извините. Очка приедет, что-нибудь придумаем. Но мне самой было интересно, как они меня встретят. И получится ли у меня заснять. Но что-то сегодня они какие-то нелюбвеобильные особо. Они похожи на детей. Такие, мам, а что вкусного привезла? Вкусного что-нибудь привезла? Сейчас посмотрим, что-нибудь, может, вам есть. Так, айфон решил сделать некоторые видео совершенно без звука и никак их не восстановить. Так что буду записывать дополнительно по памяти, что я там говорила. Вот девочкам мяско досталось, и Вене, видите, тоже, потому что она всю неделю мясо не ела, можно ей кусочек побольше дать. Вот. И еще во время кормления самые вкусные куски я иногда у них забираю, чтобы у них не возникло пищевой агрессии. Что у Вени я могу забрать, и у Буси тоже. Вот она спокойно отдает с недоумевающими глазами и получает обратно. Все, видите, Бубочка молодец и Веня молодец. Ну, на самом деле, вот ее любимая поза для лежания со мной. Да, скажу, вот так хорошо обниматься. Так здорово. Так и живем. И вот какие дела пойдешь делать, когда тебя котом придавило. Надо работать идти. Надо работать идти, пятка. Она в отрубе спит. Все, друзья, спасибо за просмотр. За все околосе что-то.